Сегодня у нас будет легкий и добрый сюжет без расследований и скандалов. Мы решили узнать у кузылчан, что делает их счастливыми. Жизнь, дети, Орланма и Саян. Все живы-здоровы? Да, одна в Красноярске. Живет один сын в армии. А дети уже порадовали вас внуками? Внучка и Дагел. Здорово. Счастья вам, удачи. Спасибо. Игорь, друзья, и, конечно. Okay. Все, до свидания. Пока. Девушка, здравствуйте. Что делает вас счастливой? Деньги. Деньги? А сколько нужно денег для счастья? Ну, примерно в день где-то 1000. Это вполне можно сделать. Ну да. Здорово. Ну а прям совсем-совсем счастливой, сколько тогда денег? Ну, где-то 1 000 000. Миллион? Рублей, долларов? Долларов. Вот это да, мне бы 100 миллионов рублей было мало. Как мало нужно для счастья? Что делает вас счастливыми? Любовь. Любовь, это хорошо, да. Дети у меня, внучки есть. Мир на земле, солнце, которое светит, и травка, которая зеленеет, счастливые дети и счастливые люди. От этого и мы будем счастливые. Желаю вам еще больше счастья. А вас что делает счастливой? Дети мои. Все радует, жизнь радует, что она что у нас живем. Есть. Да. Проснулись утром, и как хорошо, что мы живы и здоровы. Так, кто наша следующая жертва? Дима, что тебя делает счастливым? В данную ситуацию шаурма и кофе. Чего не будет. Что делает вас счастливым? Мы несчастливые. Он несчастливый, жалко. Любовь и деньги. Погода. Жизнь. Что делает меня счастливым? Да, я даже не знаю. Родители. Родители, деньги, да. Любимая. Ну, все вообще. Okay. Счастливой? Ну, наверное, когда в семье все хорошо. Дети не голодные, сытые, здоровые. Вот, наверное. А когда в мире мир? И мир, конечно. Это самое главное, чтобы был мир во всем мире. У каждого счастье свое. Смотрите канал «Республика» и будьте счастливы.